Этот мир слаб, мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными. И теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Они хотят этого. Нет, хватит. Я знаю, тебе больно. Бог дал, Бог взял, а? Но он испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? У нас должен был родиться первенец. Да мы и сами были детьми. И я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет. Верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь, оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. Я вдруг все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Она начала бить ножками еще.
И все. Покой. Пустота. Господь дал, и Господь взял. Боль. Наши жертвы. Это часть испытания. Проверки нашей способности служить Богу. Чего бы Он ни просил. Ты справился. Не волнуйся, ты скоро выйдешь отсюда. Ты думала, что свободна? Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрела свой путь. Согласись, ты знала всегда. This all seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Да, только ты подобралась так близко. Только ты завоевала доверие. Только ты могла это сделать. Ну да, супер. Ты прошла проверку, ты принесла свою жертву, но теперь ты одна, и ты слаба. Ты знаешь, каков удел слабых. Прорядить стадо — вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Ты убила его! Стой! Ах ты, тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не она!
Это Иаков. Нет! Послушай меня. Это был Иаков. Такое уже случалось. Ронни, Паркер, он убил их всех. Это мы его впустили. Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его и убьешь. Или в следующий раз. Богом клянусь, я сама убью тебя. Всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. О, опасности. Не важно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим. Империи растут, империи гибнут. Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли. По графику. Ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. И, о да, ты это сделала. Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревала. Ты так ни хрена и не поняла.
Я стал сильным. И теперь они слабые. А слабых должна жертвовать. Пришли у Уайтейл разными путями. Но всех нас вела потеря. Родные. Друзья. Но Элай исцелял наши сердца. Показал нам, что мы можем положиться друг на друга. Он был моим другом. И я буду скучать. Ты ни при чем, он это знал. Элай считал, что нужно ждать. Держаться, пока сектанты не уйдут. Они не уйдут. Они не уйдут. Это опухоль. Она растет. Жрет нас. Вырежем ее. Да! Эти падлы верят, что близится конец света. Так и будет. Мы закроем врата Эдема. И не успокоимся, пока не перевешаем всех этих паскудных тварей на деревьях. Да! Дети мои, печать сломана. Мой брат всегда боролся с родителями, с правительством, со мной. Он воевал с собой. Демоны, которых он привез с войны, поглотили его. Он считал себя оружием. Без цели. Воином без наследия. Но присмотритесь. Вы его наследие. Вы сильны, готовы спасти нашу семью от коллапса. Изгнать грешников из этих земель. Вперед, дети мои. Мы очистим наш дом от грешников. Смерть Иакова не будет забыта.